Всем добрый день, друзья, коллеги. Меня зовут Елена Гусакова. Я являюсь преподавателем премиум Skyeng и коучем ICF. Специализируюсь на преподавании ученикам из ниши IT и маркетинг. Сегодня у нас на повестке дня такой интересный вопрос-запрос. Запрос-запрос-вопрос. Как подготовить ученика к переговорам в неизвестной преподавателю сфере? Ну, может, для меня эта сфера немного известна, я буду рассказывать о своем опыте, но я считаю, что данные навыки применимы к любой неизвестной сфере ученика. В премиум часто так бывает, что попадают такие ученики и кейсы, когда необходимо совмещать материалы на платформе, и их, может быть, не всегда достаточно для того, чтобы развить навыки ученика в определенном узком запросе. И тогда необходимо дополнительно использовать материалы извне, либо адаптировать то, что уже есть. В связи с этим сегодня поговорю о четырех основных пунктах этого вопроса. В чем, собственно, челлендж узкого запроса для преподавателя и как с ним справиться. Needs analysis, почему это важно и что спрашивать. Третий пункт – это использование платформы и материалов ученика. И четвертый – использование внешних материалов, релевантных контексту запроса ученика. В данном конкретном случае это развитие навыков презентации, переговоров и описания кейсов. Мой кейс – это ученик, собственник агентства в диджитал-маркетинге, который работает со сложными продуктами и услугами в сегменте B2B. И цель ученика – свободно вести переговоры с иностранными заказчиками на английском. Итак, первый челлендж. Челлендж для меня, как для преподавателя, подобрать такие материалы для ученика, которые будут максимально раскрывать его разговорные навыки и способствовать заключению сделок и увеличению продаж. То есть челлендж заключается в том, что качество и успех наших уроков напрямую влияет и должен влиять на бизнес-показатели этого ученика, что у меня лично вызывает ощущение повышенной ответственности в подготовке к урокам. Ну и как бы ответственности за бизнес-результаты ученика. Конечно, косвенная ответственность, но тем не менее, я считаю, что успех уроков связан именно с конкретной целью, жизненной целью или бизнес-целью ученика. Тут как бы нельзя облажаться, нельзя приходить на урок неподготовленным, либо приносить материал, который нерелевантен запросу. Но все решаемо, отключаем панику, проводим качественный needs analysis. Он, естественно, как правило, проводится на первом установочном уроке, иногда даже на первых двух уроках, да, потому что мы постепенно выясняем все детали запроса ученика. И, конечно, рекомендуется проводить такой needs analysis каждые 4-8 уроков. Но вообще я беру за правило каждый раз, когда мы завершаем проработку определенной темы или какого-то урока, одного или двух, какого-то большого урока, спрашивать ученика такой вопрос: а что бы для тебя было полезно в следующий раз? Что для тебя было бы релевантным? Что максимально быстро, как ты считаешь, тебя приблизит к твоей цели? И затем, исходя из запроса, я уже подбираю соответствующие материалы. Например, однажды этот ученик после такого моего запроса в конце урока, после второго или третьего, прислал мне вот такое сообщение, которое, опять же, дало мне идеи для подготовки к урокам. Я его сейчас зачитаю. Good morning. I have two ideas for our lessons. I can present you information about our company and services with questions from your side. And number two, you can be the most problem client in the world, but with intention to lead generation system design. То есть из этого запроса я уже понимаю, чем мы будем заниматься на первом и, естественно, не одном уроке после того, как запрос озвучен. То есть работать с презентациями в формате roleplay, ученик презентует, я задаю уточняющие вопросы, ученик отвечает. И таким образом формируются навыки презентации услуг и навыки отвечать на каверзные вопросы потенциальных клиентов, то, что называется навык закрытия возражений. Из второго запроса я понимаю, что уроки необходимо строить на кейсах, каких полно, если погуглить. Ну, конечно, важно гуглить кейсы, которые релевантны нише ученика.
Собственно, Needs Analysis помогает мне подобные кейсы нагуглить. И какие вопросы необходимо задать ученику во время Needs Analysis, чтобы понимать его запрос более детально. Чтобы провести качественный Needs Analysis, необходимо глубоко погружаться в рабочие процессы ученика, а не просто там assume, что ему нужно это, ему нужно present continuous, и мы будем говорить там о животных или о погоде. Я приведу примеры тех вопросов, которые задавал ученику конкретно в этом кейсе, но их можно использовать с адаптацией под, естественно, любой кейс. Как я уже сказала ранее, ученик — это собственник агентства в диджитал-маркетинге. По понятным причинам некоторые каналы рекламы были отключены на местном рынке, поэтому у ученика возникла потребность выходить на международный рынок, искать себе международных заказчиков и пробовать тестировать другие каналы привлечения клиентов. Поэтому он и решил подтянуть навыки ведения переговоров на английском и быть готовым во всей красе предстать на встрече со своими новыми потенциальными клиентами. Итак, список вопросов для проведения needs analysis и ключевые слова, на которые я обращала внимание. Они у меня будут в статье выделены жирным шрифтом, а сейчас я их просто озвучу. Вот такие вопросы и ответы между нами были. Where do you work or what's your business? Ответ. Digital marketing services in B2B. We advertise complex technical IT products and services. Ну, то есть здесь совершенно, соответственно, я вычленяю слова B2B, IT products and services. Следующий вопрос. What kind of services do you provide to your clients? Ответ. We are a full-cycle marketing agency. We do everything. Design, content strategy and content, product launch, paid advertising, analytics. We design a whole digital marketing system and funnels. Здесь я обращаю внимание на слова full-cycle marketing agency, digital marketing system and funnels. Ну и, собственно, все вот эти процессы, которые ученик перечислил. Design, content, strategy, paid advertising и так далее. Это мне помогает глубже узнать рабочие процессы и нагенерить соответствующих материалов. Следующий вопрос. What skills do you need to develop to get clients in the international market? Ну, то есть непосредственно скиллы в английском языке, да, какие нужны для того, чтобы получить этих клиентов. Ответ. I need to feel confident giving presentations to my potential customers, negotiating about service terms and conditions, conduct meetings about KPIs that we have achieved. То есть обращаю внимание на feel confident, presentations and KPIs. То есть ученику необходимо чувствовать себя уверенно во время презентации, переговоров и подведения итогов и результатов, да, на бизнес-встречах. И последний вопрос. When you meet with your potential or current client, what do you normally discuss? Ответ ученика. We discuss cases, hypothesis, target audience, strategy, solutions, and so on. Ну и, собственно, когда мне потребуются дополнительные материалы, я пойду гуглить эти ключевые слова. Cases, hypothesis, target audience, B2B, strategy, KPIs, IT products, marketing funnels и так далее. Из такого небольшого интервью можно сделать вывод, что ученику необходимо улучшить навыки говорения в рамках презентации и переговоров, уметь описывать успешные кейсы, KPIs, стратегию бизнеса и так далее. И так как это маркетинг, понятно, что это будут цифры, таблицы, которые тоже необходимо будет научиться описывать, говоря о результатах рекламных кампаний. Когда проводим needs analysis, нужно понимать, что важно задать очень узкие вопросы. Что ты делаешь, как ты делаешь, каким образом, что ты конкретно используешь, какие вопросы задаешь своим клиентам, что вы обычно обсуждаете. Приведи пример, что конкретно ты будешь делать в конкретном кейсе. Из чего состоит твой обычный рабочий день? Какие основные трудности испытываешь сейчас? А что изменится, когда справишься с этими трудностями? То есть это такие уже коучинговые вопросы, некоторые из них. Каждый вопрос будет вытекать из предыдущего. Чем больше деталей вы будете иметь, тем больше материалов сможете качественно подобрать с образовательной платформы и из внешних ресурсов. Также необходимо постоянно синхронизироваться
соответствует ли материал развитию навыка ученика. Однажды я спросила у ученика, и это я делаю постоянно, «Do you feel more confident now?» И ученик ответил, «Yes, and that's why I'm here». То есть он пришел именно для того, чтобы почувствовать себя уверенным. Следующий вопрос, это уже второй пункт, который я задам ученику, это про его материал. А что у тебя есть уже сейчас? В данном конкретном кейсе ученика уже была готова многостраничная презентация, которую он использовал со своими клиентами на внутреннем рынке. И эта презентация была автоматически переведена на английский. И первое, что мы сделали, это работали, когда работали над презентацией, это увидели, что машинный перевод местами, конечно, не соответствует тому, что подразумевалось конкретной идеей. Для того, чтобы довести эту презентацию до идеала, мы прошлись по каждому пункту этой презентации. Я спрашивала такие вопросы. What exactly do you mean here? What is the key idea here? Если мне был непонятен какой-то термин или какая-то фраза на английском, я переспрашивала, что это означает на русском, и потом мы вместе с учеником смотрели и гуглили соответствующие термины, на английском языке, потому что есть очень много терминов в диджитал-маркетинге, которые не совпадают с эквивалентами, в русском языке. И для того, чтобы понять, как называется определенный процесс или какая-то метрика, необходимо иногда сделать такой глубокий research. Мы, собственно, и занимались ровно тем, что делают маркетологи в реальной жизни. Смотрели, как это называется у конкурентов, сравнивали похожие идеи из разных источников и определяли, как эта идея будет звучать корректно, в презентации бизнес-услуг конкретно этого ученика. В качестве домашнего задания, чтобы ученику дать возможность подготовиться к уроку, я отправила ему урок из курса Business Presentations, в котором описываются стратегии приветствия, введения в презентацию, последовательность подачи информации, как использовать визуальные средства, как красиво завершить свою презентацию. Ученик в данном конкретном кейсе уже обладает уровнем B1+, поэтому я сдаю только финальный урок из этого небольшого курса. Все последующие уроки мы отрабатываем и доводим презентацию до совершенства. Сначала целая презентация у нас растягивалась на 3 академических часа, затем 2. И в итоге мы завершили, что вся суть презентации уместилась в 30-40 минут, что максимально эффективно для самого ученика, так как именно столько длится первая встреча ученика с его потенциальным клиентом. Из проработки презентации стало ясно, что необходимо подтянуть навык описания графиков. На мой вопрос «How often do you describe graphs at your work?» ученик ответил «Oh, every day». Тут важно еще обращать внимание, как ученик отвечает на ваши вопросы. То есть вот это «Oh» свидетельствует о том, что это навык повышенной важности. И поэтому следующим уроком стал урок с образовательной платформы Market Research из курса New Business, в котором детально прорабатывается навык описания графиков. Ниже я прикреплю в своей статье скриншот, где можно будет увидеть, на чем, на каком графике строится этот урок. После того, как мы закончили этот урок, далее работали с материалами ученика. То есть он принес свои скриншоты с своими реальными кейсами, графиками, и, используя лексику, отработанную ранее, он тренировался описывать свои графики, естественно, с моими уточняющими вопросами в роли гипотетического клиента. Ну, это то, что касается внутренних материалов образовательной платформе. Платформа, и сейчас поговорим о том, как использовать внешние материалы, как я гуглила и что я применяла в своих уроках. Итак, вспомним, что второй запрос ученика заключался в том, чтобы развить навык переговоров, когда перед ним проблематичный клиент. То есть цель урока role-play, основанный на, допустим, каком-то бизнес-кейсе из ниши IT-услуг, что максимально приближено к реальной профессиональной сфере ученика. Во время таких уроков ученик разовьет два навыка: описание кейсов и навык ведения переговоров в сложных нишах и в сложных ситуациях, когда клиент — это pain in the ass, да, такой сложный. Выбрала кейс, который прикреплю также в свою статью, расскажу, как я с этим кейсом работала. Сначала я отправила ученику первую страницу, на которой общими словами описывается кейс и его результаты. В качестве подготовки к уроку было
задание ответить на вопросы, какой продукт у этого бизнеса, с какими трудностями столкнулся этот бизнес, какая стоит перед ними задача, какая задача стоит перед маркетологами, какие инструменты они могли использовать, чтобы добиться таких результатов. И ученик, собственно, описывал то, чем он занимается в своей профессиональной деятельности. Он выдвигал гипотезы, что это за, анализировал этот бизнес, что за бизнес, какие показатели, какие трудности, какой челлендж и какие маркетинговые инструменты, возможно, они использовали для того, чтобы добиться результатов, которые обозначены на титульной странице кейса. Далее в уроке мы, собственно, разбирали вторую страницу, вторую и третью страницу этого кейса и сравнивали гипотезы ученика с тем, что написано, собственно, в самом кейсе. После этого я показала ученику Word Cloud, который заранее подготовила, забыла программу, в которой делает Word Cloud, но, в общем, их много, можно погуглить и найти, и попросила описать кейс с использованием ключевой лексики. Word Cloud прикреплю также в свою статью, можно будет зайти посмотреть, озвучу несколько ключевых фраз, которые есть в этом облаке слов и которые релевантны контексту, профессиональному контексту ученика. Например, webinar recruitment to implement a solution, growth in web traffic, personalized template, poor results, an increase in webinar registrants to measure response, lead tracking, a diminishing pool of prospects, marketing intelligence, a variety of needs to qualify leads, low response rates, and so on. В последующих уроках, разобрав этот кейс и лексику на молекулы, мы также практиковали роллплей на основе этого кейса, когда я гипотетически являлась владельцем этого бизнеса, проблематичным, и отвечала на вопросы интервьюера, то есть моего ученика, и также задавала вопросы, пытаясь поставить студента в затруднительное положение для того, чтобы он мне давал ответы на эти вопросы. Выслушав мои гипотетические проблемы в моем бизнесе, ученик выдвигал гипотезы, презентовал услуги своего агентства. Цель достигнута – практика всех ключевых навыков в рамках одного кейса. И так можно повторять это с разными кейсами. И, естественно, было бы неплохо попросить ученика, какие кейсы он хочет разобрать. Может быть, он сам принесет свои материалы в премиум, это доступно, да, ученик может приносить свои материалы, может, какие-то интересные кейсы, которые он хочет разобрать, или он хочет описать какие-то свои кейсы, которые у него уже есть, только сделать это на английском. В результате проделанной работы ученик понял, что ему необходимо составить список вопросов, которые ему необходимо спрашивать во время переговоров. Для этого я использовала ресурсы с HubSpot. HubSpot – это просто кладезь инструментов, кладезь материалов, извиняюсь, для студентов-маркетологов и для преподавателей, которые работают со студентами-маркетологами. И эти материалы очень сильно помогут развить начитанность и насмотренность в этой сфере. Взяв релевантные статьи с этого ресурса, ученик нагенерил себе целый список вопросов, которые будет использовать в своей работе. Цель опять достигнута. Результат урока – это готовый продукт, который максимально применим в профессиональной деятельности ученика. Список вопросов я также прикреплю в своей статье, которую рекомендую прочитать. И вот озвучу несколько вопросов, которые ученик себе нагенерировал. Who is your target audience? What are the main goals that you want to achieve? What valuable content do you have for promoting your business online? What are the main segments of your target audience? What are your short-term goals, long-term goals? What is your digital strategy? What are the main products that you want to promote now? What are your expectations about your ideal digital agency? И таких вопросов у нас здесь образовалось целых 19 штук. И они генерировались в процессе переработки статей HubSpot, которые, опять же, базировались на вопросах. То есть какие вопросы необходимо задавать своим потенциальным клиентам, да, для исследования или для продажи.
Итак, следующий запрос ученика заключался в расширении терминологического словарного запаса вокруг темы paid advertising. Нам предстоит разбираться в терминологии рекламных кабинетов Google. А еще ученик говорит, что он эксперт именно в hyper-segmentation of target audience. А на образовательной платформе уже есть готовые уроки на эту тему. И пока ученик в отпуске, у меня уже готов целый склад дополнительных материалов для наших эффективных уроков извне. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Хочу поблагодарить всех за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, прошу лично обращаться ко мне. И если вы желаете справляться, преподавать в таких же интересных нишах, как это, welcome в Premium Skyeng. Bye-bye!